этом году Химки празднуют юбилей. 80 лет со дня основания в галерее «Ферст» микрорайона Ферсановка открыли выставку картин под знаком стрельца. Это прежде всего история нашего герба. Ведь это же стрелец. И все, что в Химках происходит, это происходит под знаком стрельца. И под этим знаком в том числе и творят наши художники. В выставке приняли участие 23 мастера из местного отделения Союза художников Подмосковья. На картинах химкинская природа, урбанистические пейзажи, политики и деятели культуры. Среди посетителей и постоянные гости галереи. Это мне настолько приятно для души. Это такая радость. Я восхищаюсь всеми вот этими выставками. Так рада. И желаю, чтобы и все также посещали и восхищались. С открытием художников поздравили начальники территориальных управлений, Союз художников, депутаты и коллектив Сходнинской школы искусств.